against the tide, struggle, skin we're in, skin we're in. Against the tide, struggle to keep. Привет, с вами Ниагара. Мы продолжаем проходить игру The Walking Dead, второй сезон. И сейчас Клементина нашла какой-то заброшенный лагерь, вернее, познакомилась с собачкой Сэмом, который привел ее к этому лагерю. Нам нужно найти какие-нибудь припасы, желательно поесть и какое-нибудь оружие. Это фотография этой семьи, которая здесь жила. Да, возможно, они были счастливой семьей. Сэм — их собака. Но, к сожалению, здесь... их нет, видимо, они не выжили. А Сэму как-то удалось убежать. Палатки у них все разрушены. Тут что-то лежит. Hey, wanna play? Wanna play catch? Ну, собачка хочет поиграть. Okay, да, с ней, наверное, back. Давно никто не играл. Хоть какое-то развлечение. Good boy, Sam. Хороший мальчик. Теперь скажи, где тут есть еда у вас? Коробки и игрушки. Nothing edible. Да. Никакие куклы ее больше не интересуют. А вот парочку консервов бы найти. Empty. Better keep looking, huh, Sam? Ну, в этой палатке, наверное, тоже ничего не осталось. It's not much of a tent anymore. I bet scavengers tore it apart. Падальщиков. Кто такие падальщики? Может, в котле что-нибудь? Завалялось какие-нибудь остатки. Осмотреть мангал. Чё такое? Matter, Sam? We have to be quiet. Ну, разлаялся. Пойдем посмотрим котел. Но он дырявый. Да. Какая уж там еда. Кстати, там кто-то есть? Он рычит на него. It's okay. He's dead. Look, ну, я бы так не говорила. Looks like he tried to cut it out. But that never works. Ever. Он тоже пытался отрезать руку, как Ли, чтобы... избежать заражения, видимо. It's okay. We're smart. He's not. We're smarter than all of them. Да хорошо, что он привязан. Ну, брать, наверное, нож не вариант. Да, вот надо чем-то вырубить его вначале. Stand back, okay? Ну, по голове, конечно, самое у них место. Ну? Все, что ли? Фу, какие они... красочные! Эти зомби, они так... мерзко изображают. Ну, бей сильнее, Глем. Пару раз хотя бы. Еще разок. Stay out of their reach. Ну, теперь мы можем добыть нож. Это уже что-то. Бери. Клементина. I like to think that if they were alive, they'd probably want to help you. Nothing. Ничего нет у него в кармане. А почему она не хочет взять нож? That looks like it hurt.
тебя, вставай. Ну, об себя вытирает, фу, это кровь зараженная. Вот тут еще что-то. Что это? Холодильник или что-то такое? Может быть, есть? Переносной холодильник. God, no food on the grill, nothing in the cooler. Ugh, I hate scavengers. They take everything. Да, здесь побывали уже мародеры. Все обчистили, блин. Где еще мы не искали? Вот здесь, по-моему, в бочке. Остается только бочка. Well, here we go. Ну вот же. О, мой бог, спасибо. Баночка. Там фасоль, наверное. Look, Sam, a can. Консервы. Let's see what's inside. Please don't be bad. Да. Надеюсь, они не испортились. Ну, консервы вообще долго хранятся, даже и без холодильника. Любая еда им подойдет. Сколько я не думаю, что Клементина может охотиться и поймать какое-то животное самостоятельно. Притом еще распотрошить его и пожарить. Вряд ли. Да хватит на одного, не проси. Давай покормим собаку, она тоже есть хочет. I guess you're pretty hungry too. Ну, брось ей немножко. Here you go. Hey, you don't eat it all. Да офигеть! Он же наглая псина. Мочи его, мочи! Бери что-нибудь. Отвали, гад! Вот неблагодарное животное, а. Чё с ним там? Чуть руку не оттяпал. Гадина такая. Ну вот так сам виноват. Ну, оставить собаку, это, конечно, наверное, жестоко, чтобы она здесь мучилась. Давайте добьем. Это будет более гуманно. Умирать он будет долго. Да. Ну я как-то не ожидала, что он набросится. Это вообще свинство. Хотя животные, ну да, особенно собаки, они, у них инстинкт, и ему показалось, что она отбирает у него еду. Блин, ну ты, Сэм, конечно, вообще отмочил. Так, короче, толком не поела, еще раненая, но добыла нож, хоть что-то. Вот только бы сейчас не нарваться ни на кого. Найти бы ей какой-то лагерь нормальных, адекватных людей, вот с которыми она была в первом сезоне. Чем-то встречаются одни какие-то, либо мародеры, либо людоеды какие-то, что такое? У всех крыша набекрень.
Да бедная Клементина, представляю, как ей обидно и больно. Ну только не отключайся. Он ходячий. Блин, а здесь-то вообще вон как близко. Ну давай, давай, подъем. Блин, он уже почти дошел. Ой, хорошо, что они такие медленные. Бегите. Ну как бежать-то? Фу, блин. Мужики, спасибо вам, честно, кем бы вы ни были. Чуть не загрызли ребенка. I'm out. Grab her. Let's go. Come on, kid. We gotta get. Ой, очень надеюсь, что они нормальные. I think we're safe. Yeah, we're good. Hey, you all right? Ну, как сказать, в порядке. Я могу идти? Ну, думаю, да. I think so. Нет, Клем явно не в порядке. У нее истощение, ранена рука. И вообще... What are you doing out here? Where are the people you're with? There's no chance you made it this long on your own. Группа, на нас напали. I don't want them thinking we're doing anything but trying to help you. My friend and I got attacked. These folks mentioned what they were after? They might have just wanted food. We were cooking some sort of weasel. They attacked you for a weasel? Damn. А, это был не кролик, это была ласка. Ё-моё. They didn't mention any names, right? They weren't searching for anybody? А они что знают местных мародеров? Well, I'm Luke. And this is Pete. Hey there. Hi. I'm Clementine. It's nice to meet you, Clementine. But for now, we're gonna take you back to our group. Okay, we got a doctor with us, and you look like you could use some... Oh, shit! Он ее выбросил. She's been bit, man. Fuck. Fuck, fuck, fuck. What are we gonna do here? No, it was a dog. I didn't see any dog, Clementine. Come on, kid. Блин, да посмотрите на укус. I can't remember the last time I saw a dog. No, no, just look at it, please. Yeah, and have you sink your teeth into Pete's neck? No way. My neck? Why am I the one? Because I don't know a dog bite from a mosquito bite from a lurker bite, man. It's not. Ну там, по-моему, по следам видно, что это не человек кусал. All right. Let's see it. Whoa, 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 hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's bit here, okay? No. See? Is it like she says? Укус на руке Ли был совершенно другой. Well, could be a dog. Hard to say. So where'd this dog go? The one that did this. Мы ее замочили. What does that matter, Pete? Serious? I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? Что значит просто убиваешь ее? Still, you don't... Чуть руку не отъела. Clementine? Yes? You telling us the truth? Да, конечно, клянусь. You look me in the eyes when you answer. Of course I am.
Пит запомнил, что Клементина честная девочка. I've got a good bullshit detector, Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at... All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened. You don't have to remind me of that, boy. Right. Sorry, sir. Come on. Так, уже нести ее никто не предложил. Иди сама. А у них огромный дом. Clementine, are you feeling all right? I'm fine. Just... Возьмите ее к себе, ребята. Because I ain't carrying you anymore with that bite on your arm. Don't worry about... Oh, shit! She already told us that she and her friend were attacked. Then she was bitten by a dog. What? And you just believed her? You should have put her out of her misery right there. Dog bite my ass. I need a dog. Чуть не застрелил ее, придурок. Whoa, whoa, what the fuck? You idiot! Every lurker for 5 miles probably heard that. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I just need a doctor. And then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here, okay? He'll have a look. Now what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Они очень боятся заражения, но даже не повод убивать маленького ребенка. It's okay. Go ahead. He's a doctor. Ну давай, доктор, скажи им, что это укус собаки. Damn, that must have hurt. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Как отрезать руку? Вы что, сбесились? I know that worked for a cousin down in Ainsworth. We could try that. It won't do any good. You'll just be making it worse for the girl. It's crazy. С кем поговорить? No one's going to volunteer to do that. I would, if it means saving her life. Then what? How would we know it worked? Это просто маленькая девочка. You don't want to do something you're gonna regret. Better to be sure, right? Come on. She weighs about as much as a sack of flour. We could take her if it comes to that. Вот мужик дело говорит. Who's she? Sarah. What I say, stay inside. А к Сару никто не спрашивает. Помогите, я уйду вот так. I don't mean to be any trouble. I just want to stop the bleeding, and then I'll go. You'll never see me again, I promise. And where exactly would you go? Куда-нибудь подальше. I can take care of myself. Clearly. Еще одна беременная. Блин. Look, I don't know what the hell. Такое время они все беременеют. She's just a kid. Worst case, she turns, and we can deal with it. So, what do you think? Was it a lurker? A bite like that? Could be anything. Only one way to find out. How? We wait. What? By tomorrow morning, if the fever set in, we'll know if she's gonna turn. In the meantime, we can lock her in the shed. Решили изолировать ее. Ну так вы хоть рану-то перевяжите. It needs to get cleaned and stitched and bandaged. The girl is in bad shape, Carlos. We have all that stuff inside the cabin. We could probably get by Alvin, with it. Alvin, please. But yeah, we can't do nothing. I'm not wasting supplies on a lurker bite.
If it turns out you're telling the truth, I'll clean it and stitch it up for you in the morning. But... Вот уроды, а. I'm sorry. It's the best we're gonna get. Finger off the trigger, son. I ain't your son. Don't be like that, man. It's all right. Boy's got his mom's temper. Come on. This is just a waste of time, you'll see. And when she turns, I ain't gonna be the one cleaning up the ship. Это была собака, вот увидишь. You'll see. I guess we'll find out in the morning. If I last that long, maybe you could go look for it? I wish I could. I really do, but it's too risky. Sorry. Кисыкуны все. Боятся риска. Это же маленькая девочка. Обработали рану и ладно, закройте, дайте что-нибудь поесть. Офигеть, мы просто ее там закрыли, чтобы подождать, умрет, не умрет. Это очень жестоко. I can't believe this. You're gonna be fine. You're gonna be fine. Ну как сказать, будет хорошо все, да? Ты считаешь, Клементина? Давай посмотрим, что здесь есть. Может быть, что-нибудь пригодится? Это что у них тут такое? Да. Все не то. Молоток. Ну, блин. Это что? Фигня. А вот еще, кстати. Какой-то ящик, может, там инструменты. Not much left in here. Нитки? I guess if I have to, I can use this for stitches. Да. Значит, Клементина хочет. Найти иголку. Нитки есть у нас уже. Но чтобы зашивать, нужно еще прежде чем-то обработать. Не просто так же шить. О, а сейчас она может залезть, достать молоток. Да ё-моё. Господи. Прямо на руку упала. Вообще, если не обработать, у нее может начаться гангрена. Тогда точно придется руку отрезать. Уже не важно, кто укусил. Только я не знаю, взрослые люди, они так... Так обращаются с ребенком. Попытаться выбраться отсюда. Так. Ну, кто-то у них тут так халявно заделал эту дыру. Просто досочкой заколотили. Ну что ж. Должен быть у них материал для наложения швов. Да, в лесу ходячая. Круто. На этом закончим вторую часть и искать иголку будем в третьей. До встречи!